Олимпиада по русскому языку для иностранных студентов собрала представителей из 28 стран мира. На базе Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого Казанского университета состоялся второй этап Олимпиады. Иностранные студенты и магистранты пришли сюда проверить свои знания по русскому языку. Признаются, что сложностей в изучении много, но несмотря на это, русский язык им очень нравится. Сложный такой, да, но зато интересный, очень выразительный язык, вот, и интересно учить его. Самое сложное в виде глагола, да, совершенный вид, несовершенный вид. Да, сейчас я все их перепутываю. На втором этапе каждый студент методом случайного выбора получал высказывание известного человека. После подготовки каждый участник в течение 3 минут защищал свою работу публично. А потом все желающие могли задать интересующие вопросы. В это время жюри оценивало способность участника грамотно ответить на неожиданный вопрос. Хочется показать то, что люди, которые приезжают из Средней Азии, из моего города, неплохо знают русский язык. И хотелось бы доказать, что русский мир существует не только в пределах России, но и за рубежом. Если в первом этапе приняли участие около 70 студентов и магистрантов, то во второй этап прошли только 39 участников, в том числе 14 представителей Казанского университета. 18 апреля пройдет награждение, где будут определены 3 победителя в каждой номинации. Они получат дипломы и памятные подарки. Анна Глазунова, Ленардо Вельтьяров, Универньюз.